да, когда мы начинаем за ответом, мы начинаем это понимать. Потом мы уехали уже в другой город, как-то тот просто в цирк. И где-то в какой-то книжном архиве я увидела на опытном сознании как раз та самая книга, которую мы учили в другой город, она была преданной, почему-то нам ее не нужно. И вот только когда мы прочитали на опытном сознании, она более проще, там Прабхупада отвечает на простые вопросы, мы стали с ней сразу вегетарианцами. И целью найти преданных вайшнавов, потому что Шрила Прабхупада везде говорит, что надо общаться с вайшнавами, надо общаться с преданными. Правда, мы только через год их нашли, но так или иначе. Но вот Бхагавад-гита я сразу не поняла, и только благодаря общению с преданными я стала изучать. Спасибо большое. Может быть, еще одну такую коробку? Можем ли? Типа покороче постараюсь. Вот. У меня тоже была история интересная. Я преданно встретил в Йога-клубе, потом я просто уже шел с института. Бугарка, знаете, как я? Борюшка, он тогда у нас был. В городе на первой агитации. Может быть, 80. Ого! Нет, тогда уже, уже можно было распространять. Вот. Шел студент тоже с института, и он получил стипендию.